Великобритания увеличит военное присутствие в Афганистане до 500 человек. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства на саммите НАТО в Варшаве. По словам Дэвида Кэмерона, британские военнослужащие будут готовить афганскую армию в рамках операции Альянса «Решительная поддержка». При этом они не станут участвовать в боевых действиях против боевиков «Талибан». В течение ближайших 5 лет Великобритания ежегодно будет выделять финансирование для афганских сил безопасности в размере свыше 900 миллионов долларов. Еще более 230 миллионов направят на поддержку президента Афганистана Ашрафа Гани.